Сапраўды, ва ўказаны месцы стаяў нерухомы грузавы аўтамабіль маркі КамАЗ. Са слоў неабыякавага аўтамабіліста Валянціна Галавікі, які звярнуўся да нас на гарачую лінію навін, гэты грузавік стаў прычынай некалькіх дарожна-транспартных здарэнняў, таму што не быў абазначаны на праезнай частцы належным чынам, не было знака стоп, не выставлены спецыяльныя бардзюры. Праезжал і увидел, што стаіць грузавік, нічым не абазначаны, што мяне крайне возмутило. И по этому участку ездит жена с детьми мои каждый день. И это действительно большая опасность для любого водителя. Был такой случай год назад, что мне пришлось пережить ДТП в подобной ситуации. Даведаліся мы, чаму гэты КамАЗ столькі часу стаяў нерухомым у гэтым месцы і што прадпрымалася ўладальнікам машыны і іншымі адказамі за бяспеку дарожнага руху службамі, каб убраць яе з месца здарэння. Это произошло позавчера ночью. Ехал водитель за рулем, и потом, говорит, резкий стук, скрежет, и машина сама застопорилась, остановилась прямо посреди дороги. Начали искать эвакуатор, обещал нам один человек эвакуировать ее, ждали, но у него там не получилось. Потом обратились в автобусный парк. В автобусном парке МЧС заказала у них этот эвакуатор большой в Кобрин. Я продолжал дальше искать. В троллейбусном парке немножко не шли навстречу, вроде после звонка ГАИ они пошли навстречу. Уже, с этого момента я написал заявление там с утра сегодня. После обеда мы с ними созвонились, тоже, я думаю, что с помощью ГАИ. Пообещали дать нам машину, но уже в это время я уже еще попутно один эвакуатор нашел. И другой машины сегодня затащили. Знаки аварийной остановки выставлялись. Вчера я проверял. Это просто видно, кто-то его сбил, этот знак, и не удосужился его поставить обратно. Хочу отметить, что в данном грузовом автомобиле произошла техническая поломка, в связи с чем владелец транспортного средства не смог его эвакуировать и оставил на данном месте. При этом принял все необходимые меры для обозначения транспортного средства. Але ўсе довады і тлумачэнні разбівае існуючая рэальнасць. Калі здараецца падобная сітуацыя, акрамя двух спецыяльных эвакуатараў цягачу, якія маюць тралейбусны і автобусны парк абласнога цэнтра, і то, калі яны не заняты іншай работай, прыйсці на дапамогу больш амаль нікому. А калі б на праезнай частцы сталі нерухома адразу некалькі падобных КамАЗаў, транспартны калапс расцягнуўся бы на невядомы час. Пры гэтым, што сам працэс эвакуацыі для ўладальніка не бясплатны. Пагадзіцеся, інфармацыя для роздуму. Што ж да ўдзельнікаў руху яны отсюда повинны памятать что? При участии в дорожном движении все должны быть предельно внимательны и осторожны и, конечно же, заранее прогнозировать дорожную обстановку, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Уже у другой половины дня аварийный КамАЗ был эвакуированы с места здарения.